Всем привет, дорогие друзья, это YouTube-канал Алегрия, мы находимся в районе Пунта Прима, и сегодня мы посмотрим жилой комплекс, который состоит из 14 отдельных вилл с 3 или 4 спальнями, с 3 или 4 ванными комнатами. Все дома спроектированы таким образом, чтобы использовать максимально доступное пространство, а ориентацию этих домов обеспечивает ежедневное освещение в течение всего дня. У каждого из участков имеется свой бассейн, сад, а также парковочное место. Что ж, обо всем по порядку. Меня зовут Владислав Белошейн. И да, если вы еще не подписаны на наш канал, подпишитесь, поставьте большой палец вверх и напишите комментарий. Мы начинаем. Что ж, ну вот мы и на месте. Дом, который сегодня будет в обзоре, имеет площадь 150 квадратных метров, а участок 178. И, как я говорил ранее, конечно же, бассейн личного пользования, парковочное место, а также уличный душ. И все виллы, которые находятся в этом ряду, стоимость их начинается от 500 тысяч евро. Проследуем внутрь. Итальянские двери с многозапорными замками для вашей безопасности, а позади располагается встроенный шкаф для ваших личных вещей. В доме установлен видеодомофон, а также сигнализация и система центрального кондиционирования с опцией AirZone для регулировки температуры в каждой комнате отдельно. Гостиная с площадью 24 квадратных метра. И вы только посмотрите, сколько здесь дневного света. Конечно же, благодаря большим окнам в пол, которые выводят нас на бассейн. Обеденная зона на 6 персон. На кухне располагается барная стойка, выполненная из высококачественных материалов, и просторная зона готовки в том числе. А также укомплектована всей необходимой бытовой техникой для комфортного проживания. В том числе и посудомоечная машина. Проследуем в спальню номер 1. Безусловно, эту комнату можно переделать в детскую или в кабинет, но или оставить такой, какая она есть, скажем, гостевая спальня. Встроенные шкафы с дополнительной подсветкой, а окна выходят у нас на парковку, где будет располагаться ваш автомобиль. Ну и как же без ванной комнаты на первом этаже, где у нас установлена система теплых полов, а также имеется раковина, туалет и душевая кабина. Двигаемся дальше. На лестнице имеется дополнительный свет благодаря раздвижному окну. Ну а мы тем временем проследовали в спальню номер 2. Большая двухместная кровать, да и сама спальня больших габаритов. Окно в пол, массивная дверь, а также встроенный шкаф и ванная комната личного пользования. Ну и, наконец, главная спальня. Именно ваша спальня, дорогой покупатель. Большая двухместная кровать, красивые светильники, ванная комната личного пользования с душевой кабиной. И хочется отметить высоту потолков в этом доме, что на первом, что на втором этаже. Прилегающая терраса, на которой вы сможете наслаждаться испанской погодой. Она у нас 320 дней в году солнечная. Солярий, она же крыша этого прекрасного дома, и я уверен, что вы будете проводить здесь большое количество своего времени, в силу того, что открываются потрясающие виды на море. Есть также обеденная зона, она же зона и для завтрака, и для ужина. А почему? Потому что на крыше располагается кухня, полноценная кухня, которая укомплектована всем необходимым, в том числе и холодильником, и морозильной камерой. Осталось только поставить мангал. 2 шезлонга для принятия солнечных ванн, а также есть уличный душ, и без всяких проблем вы сможете сделать здесь навес, чтобы, например, укрыться от дождя. С
Стоимость данного объекта составляет 500 тысяч евро, который укомплектован всем необходимым для комфортного проживания, а также укомплектован инфраструктурой. 200 метров нам до ближайшего магазина «Консум», чуть больше километра до пляжа, и бары, и рестораны. Вся эта история тоже под рукой. Затраты. Коммунидат у этого дома отсутствует, так как он автономен, а муниципальный налог составляет всего лишь 500 евро в год. Друзья, если у вас возникли вопросы по данному объекту, вы знаете, что делать. Телефон здесь, электронная почта здесь. Меня зовут Владислав Белошейн. Аллегрия. Строим ваши мечты.